Аркалыкская птицефабрика готова поставлять продукцию в страны Центральной Азии и Европу. Об этом заявило руководство инвестпредприятия. Птицефабрика выходит на проектную мощность. Там собираются осваивать глубокую переработку. На извечный вопрос, что было раньше, курица или яйцо, на Агроинтер птицы отвечают. Раньше появился продуманный бизнес-план крупнейшего якорного инвестпроекта подобного профиля в регионе стоимостью в 3,5 миллиарда тенге. Это не сырьевой проект. Проектная мощность у него до 300 миллионов штук есть в год. Значит, по итогам 2014 года было произведено больше 100 миллионов. На предприятии создано 250 рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников фабрики до 50 тысяч тенге. По здешнему уровню цен более чем приемлемо. Юлия Хайбулова работает на линии сборки и знает весь процесс от и до. Это линия категории S2 «Мелкое яйцо». Это линия категория S1 «Среднее яйцо». Вот эта линия S0. Категория большого яйца. На фабрике обещают выйти на проектную мощность к 2017 году, но уже сейчас продукция расходится по всему Казахстану. Причем 18% уходит за границу. Предприятие экспортоориентированное. В случае выхода на 100% своей мощности производимой продукции будет достаточно для реализации именно не только на внутренний рынок Казахстана, но и в экспорт, допустим, в Российскую Федерацию. Даже продукт переработки, возможно, реализация в Европейский Союз, в южные регионы, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, где слабо развито птицеводство. В ближайших планах предприятия закупка оборудования по глубокой переработке, производство меланжа, собственной упаковки и консерв. Сегодня здесь почти 500 000 голов, неприхотливых в уходе и в клеточном содержании. До конца года число птиц увеличится на 20%. Хотя цыплят, как и всюду, по осени считают. Игорь Нидерер и Сергей Трахтенберг, Аркалык.